Ля-ля-ля, как пойдет, глядишь, к утру меня погрузят. Как вы можете наблюдать, уважаемые телезрители, у нас сегодня эксклюзивное. У нас сегодня эксклюзивное видео. Ацтек у нас первый раз сегодня вручную грузит бревна аж на целых на две машины. И возникает сразу вопрос, а погрузит ли он до утра? Нет, у меня возникает вообще-то другой вопрос. Ты вообще когда-нибудь спинтайра сыграл? Почему ты до сих пор еще не грузил бревна? Я не помню, чтобы он с нами 10 часов ездил на B1. Нет, ну на B1 ладно, он там действительно не грузил. Все, сейчас так. Отдавай мне бревна. По одному. С дальнего самого. Но это ты попросил, наверное. Отдай мне бревна. Ткани у тебя. Ты попроси сначала. Гони бревно. Каким образом? Ну, у тебя справа окошко горит, отдать. Под нашими иконками. А ты попросил у него уже? Да. Ну, одно отдал какое-то. Ну, еще давай. Бля, жмот. Еще. Слышь, бревна гони. Я млею. Так, первый готов. Давай, первый пошёл. Уноси готовенького. Первый пошёл. Ой-ой-ой. Я перевернулся. Ой-ой-ой. Это лебёдка, что ли, светится на этом, как его, на захвате? Или здесь, типа, центр? Да, это центральный это, центр. Это центр тебе показывает, где ты захватишь бревно. Угу. Это тебе маркер. Угу. Маркер тебе. Сейчас ночью, мы не уехали. Если мы в 7 утра уедем, это будет неплохо. Да не, он быстренько последние два бревнышка загрузил. Мы в день поедем, я не про то. Сейчас перехвалите, блин, вообще. Главное, один загружен. Завтрашнего дня будете. Ты вот давай не переживай, если кто упадет, тебе грузить его вручную придется. Да-да-да. И в воде их искать. Ага. Я вам упаду. А ведь они упадут. Там просто народ ВКонтакте в группе просил, чтобы мы попадали. Показать свое неумение. Ты нежнее. Ну, пускай это на дальнюю пойдет. Да, вот с Витусом надо нежно, это все-таки не Ромаха. Действительно. Да, здесь и схлопотать можно. У нас Ромаха любит пожестче, а Витус у нас понежнее любит. Неженка тоже. Вот равняй его сразу, равняй, чтобы он ровно лежал, а потом будешь их между собой искать, какое почему не ложится. Разверни маленько эту самую. О, отлично. Он его туда, но обратно. Ну ладно, пускай ложит, оно там. Ну пусть да, ровненько лишь бы лежало. Он там потом тюкнет будет, одно бревно, они разбегутся. Потом будет поправлять. Так, вот тут у нас дядя Малыш стоит, там дядя Рома мордой клюнул в грязь. Не, нормально. Тут дядя Малыш, а там дядя Рома. Да. Почему не дядя Ромаха? Дядя Ромаха. Дядя Малыш и дядя Ромаха. Вот. А вон там сервисная тележка от Стек. Без дяди. Опа. Бревно провалилось. Рухнет, да. Отлично. Отлично. Тебе еще. Держи. Еще одно. Это ты что делаешь? Он решил надо мной поубиваться. Угу.
Лошадью ходи, лошадью. Смотри, как запихивает, запихивает. Нежно, нежно. Проталкивает. Ух, порвал все. А ты чего туда-сюда пьешь? Может, он другую игру играет? Так, прекратите. Не, ну извини, видео не врет. Ну, да. Дело не в этом. Не, ну я не знаю, там у вас может быть система как в песенке, туда-сюда, обратно от тебе, и мне приятно. Игорек, ты что делаешь, Игорек? Пытаюсь, то есть, под тебя достать? Не надо. Нет, из-под меня ты не достанешь. Не надо из... Новое создай, блин. Не надо из-под него ничего доставать. Ты это положи, он достанет. Как положено. Он достанет. Ты это положи, него. Как положено, Игорь. Да что? Ты это бревно положи нормально. Подвинь его вперед. Ниже, вот. А то ты бревно про него уже забудь. И разверни маленько эту самую. Буковка Р или буковка Т. Нет, в обратную сторону разверни. В другую. Вот, еще. Ага, вот, все. Давай. Еще. Хватит. Вперед не надо больше. Все, бросай его. Ромахе тоже стал интересен весь этот катаклизм, который мы здесь наблюдаем. Да. Слушай, сейчас ты он... как я заехал, интересно, он возьмет бревно? Сейчас он бревно положит. А, нет, или на меня положит. Я, лень, заехал между этими. Там сейчас сообщение будет. Что-то мешает. Угу. Не, не будет. Не должно. А, появилось. Если надо, я отъеду. Только он стрелой за твои бревна цепляется. Рома, ответь мне. Все, отъеду. Не материмся. Мешаешь. Никто не матерится, это нафиг. Угу. Ой. Ой мой. Что случилось? Пустик был. Уже нет. Ты давай, друзья, не кусты деревьями сноси. Ну. Хотя потом можешь сенца Виталику подкинуть. Еще пару тонн, да? Не, перевес будет от кустика. Много. Ты ж слегка тык-тык. Вот, все, ложи. Ложи, она скатится. Ну что ты не делаешь? Раскачивай. Разгон уже полетел сейчас на бок. Не, бревном он меня не ковырнет, потому как я бревна-то еще не вижу. Да смотри, в воздухе передаст. А выше подними, Игорь, она уперлась. Еще выше. Вот. Во. Во. Ну что ты делаешь? Назад. Ему нравится. Поворачивай, буковкой Т или Р. Иногда кнопки-то отпускай. Да, Т или... Потом будете его, Витас, искать его зад, подними, подправь ближе к этому бревну. Ну, да, если да ты пускай пока положить. Так. Да, пусть да потом хуже. Он будет. Там, он может, там раскидает. Потом будет хуже. Он их не раскидает, потому что они одна в одно вольются, малыш. И они будут друг другу ему мешать. Но вчера же то же самое было. Или когда мы там проходили. Разве? Я не помню. Да, да. Длинный, когда распуск ты мне загрузил, они не становились. Ты начал поправлять, и пришлось все их поотдавать тебе. Потому что они мешали друг другу. А-а-а. Ты смелее. Да, смелее. Она дальше земли не упадет. Все, следующее. И вот это ближнее бревно... Не, они нормально стоят, у меня так же двое. Двинуть. Нет, его вперед надо двинуть. Сейчас, подожди, он передаст. А потом посмотришь, ну у меня так же, да, двое лежало святая. С левой стороны. Нет, он не передаст. Он нет. Дело не на личности не переходим. Да. Не, ну он же сможет передать. Передать. Бара-бара-бара, бери-бери-бери. Давай. Нет, говорили, до утра успеем. Да. Ни хрена, по-моему.
Нет, я сказал, хорошо, если до 7 часов. Время еще пока полшестого. А, ну тогда пусть повисит. Давай. Да не, нет, ты сейчас еще будешь их раскладывать неделю. Вот они, как они друг у дружки лежат. Нормально, так же лежали. И все, и на дальнюю ложи, как и вот у меня. Давай, опускай. Дальше. О, еще. Главное не списать. Буковкой R или Т потом подвернешь. Вот, подворачивай. В другую, на, да. Все, опускай. Ай, молодец, почти попал. За распуск зацепился. Угу, на себя надо подвинуть. О, пошла, сейчас будет полет шмеля. Давай, дальше. Туман, зараза. Угу. Да, подождите, сейчас рассеется. А, ну да, ночью-то оно лучше видно. Да. Что ты наделал? Ты смотри, что он творит, а? Вот, и стрелу от себя отодвинь маленько. Повыше подними. Еще. Вот, а теперь отодвигай. Вперед, да, отодвигай. Нет. Все, бросай. Бросай. Жопу, Виталь, посмотри, какие неровно лежат. Да последняя лежит на них. А, вот, угловое, Игорь, скинь. Да, все. Виталик, забирай у него бревна, сейчас они рассортируются. Бздынь. О, пирамида. Бздынь. Так, убирай стрелу свою. Там есть кнопочка свернуть. Вернуть. Так, мне интересно. Не слушай никого. Виталь, давай, бздынь. Да не бздынь надо теперь, а мне кто-то распуск шевелил взад вперед. Мне теперь надо встать как-то. Надо встать. Вуаля. Надо отстек у нас здесь прям заправить, пока у всех топливо в адекватном количестве расходовано. А, ну, в принципе, можно. Хотя, да. Пускай лучше туда доедет. А сколько у него топлива в этой бочке? Пятихатку, кажется. 400. А, 400, нормально. Ну, вот сейчас он по 100 раскинет троим и 100 себе, и все нормально. Давайте подождем, пусть он подцепит. У меня просто 70-ка истрачена. Ну, у меня 86. Пусть он здесь нас заправит, и все, и нам точно хватит. Не хватит, у нас Гриша есть. Ну, в принципе, да. У меня 900. Ну вот. Дергунчик. Ля-ля, Гришу бортует. Держи, телега, получи. Эй! Че? Не так, на всякий случай. Со мной нежней надо. Да, я вперед не смотрю. Действительно. Угу. Готов. Заправляю всех. Кому я сказал? А, спасибо вам. И вам. Все, всех заправил. Отсоединяю. Себя не забудь. А, зачем? Тут еще 70 литров, да ну нафиг, я оставлю себе. Ну, пожалуйста.
За каким только? Ну, себя заправлю, на пустых поедете. Ну, поехали. Хочу длинный распуск. Не люблю вот этот вообще мелкотню. Сейчас сам там ты? Поедем нас с длинным распуском. Да при чем ты? Ну ладно, нам осталось добить эти стандартные карты, а дальше уже будем по-своему кататься. Нет, ну сейчас какая у нас там осталась еще? Холм. Вот сейчас там сразу возьмем и поедем. Хочу с лесом там это тогда тестировал с парнями. Все это фигня. Средняя распуска, прицепы. Хочется экстрима и сложности. Мы прошли за 6-10 так. Вот мы там на холм как раз и полезем. Ну вот сейчас и полезем, да. А, это где мы тогда лезли? Да. Там и самый ништяк. Ну да. Отстань, давай. Тогда, Гриша, надо мне и кому-то еще брать тогда распуск. А тебе, как и в прошлый раз, тогда помогать, потому что иначе никак. Ну, я бы все-таки... Они дорогу не знают. Я бы туда все-таки Мазурика одного взял бы. А с учетом того, как они едут по дефолту, он не будет ехать. Да, во-первых, он должен... Нет, почему? Крас и Мас должен позволить. Если Паша не переделал холм, то дорогу я знаю. Да нет, дорогу-то мы все знаем. Там есть еще одна дорога. Там есть короткая дорога, есть... Рома, там по дефолту стартует Урал и УАЗ. А, посему, ну да. Посему он тебе не даст две грузовые машины просто взять. Угу. Так подожди, там Урал стоит в гараже. Да. Но... А надо КРА забрать. Длинный распуск хочу. Вместо Урала. Ну да. КРАЗа. А вместо УАЗа ты Мазурика не... Ну все, поняли мы это. Чувак, я еще не пойму. А вы куда поехали-то? Поехали. Здесь хотите? Мы... Ну ладно. Ну конечно. Вообще-то на пилораму едем. Ну да. Я просто там Бродик знаю дальше. Я знаю здесь. А я не знаю нигде, поэтому еду за Ромой. Это мы... Гриш, это где мы с тобой не плыли в тот раз? Да. Я не знаю, не переделал, он же один раз переделал в эту сторону. Но сейчас вроде бы мы катались, нет, нормально все было. Тут единственное место бульк. Ацтек, бросай эту хрень, потому что тебе вдруг, если что, помогать ребятам надо будет. Да, вот она, это место булькнуться. Можно. А тебе типа не надо будет. Да, ему самому надо тоже помогать, если бы. Я имею в виду, ты будешь помогать. Тебе же пустому проще будет доехать, правильно? Да, чуть-чуть он подизменил. Ну, самую малость. Ты вот давай ближе к ребятам, чтобы, если что, подъехать и это, затаранить. Дайте пердель. На бок. Да, он был тут, потому что вот этого островка не было видно, вот на который я сейчас еду. Вот, Виталик, сейчас увидишь за мной. Сквозь воду он светится. Сейчас должен опять бульк быть. Бульк осталось. Ну да, он повыше сделал в некоторых местах. И вода зеленая на течение. Так правильно, народ жаловался, что они тонут. Нифига здесь не тонет. Да и не тонуло до этого. А если и тонуло, то нормально выныривало. Угу. Ну, основание не меняло, вот там, да, середину поменяло. Почему зеленая вода, интересно? С болота течет. Угу. С таким течением, с болота. Это что ж там за болото такое океаническое? Там океаническое болото. Итак, как видим мы, бурлаки на Волге. И походу нет, не на Баку. Ты если на Баку, то хотя бы на это на суше. Ну и так естественно. Да, малыш, где Брома? Кто? Один урона захватил. Промо. Кто? Нарезка промо наша. Какая промо? Ну, тебе вот прям сейчас приспичило об этом спросить? Да я поиздеваться. Виталик, я хочу фиолетовое стекло. Хоти молча. Самое интересное, что вот вы как едете, да, как вот солнце попадает, так я вижу ваш отблеск у каждого этого стекла. Но парадокс, солнца-то нет. О, мастер, фломастер.
все выехали. У кого урон сколько? Один. У меня 31, ну так как я первак был. Ну это я за тобой, я видел, где ты падал. Где ты там? Мне кажется, или позеленее все стало, или мне кажется. Никто не видит этой зеленой, как вижу и я. К концу второй карты у тебя все халетовым станет. Нет, ну мне так почему-то кажется. Вот здесь раньше ветки лежали. Он их убрал, да неужто? Или они дальше лежали? Дальше лежали они на горе. Вот как поднимаешься, он там на горюшке. Они там так и лежат. Да. Угу. Значит, я тут давно не был, я все забыл, кроме бродов. Почему Урал? А, это Ацтек, наверное, да? За тобой, Виталий. За мной? Угу. Да. За мной Ацтек. На бак 6 надо много времени. Минимум часов 6-8, это 100%. Это надо прямо с утра пораньше садиться, так как у всех пояса одинаковые. 8 собраться на какой-то из дней. И как раз, дай бог, часов до 8. Но начало было удручающим, я вам скажу. Стоп. А это что, дорога за налево, за дорога? Ее не было. Да, там небольшая объездная. Была. А, ну что, поедем, где палки лежат. А что, смысл объезжать? А что-то я встал? Не знаю. Я чуть-чуть там побуксовал. Ну да, а попробуй на маленькой. Урал рулит. Да, я с этим согласен полностью. Надо Витаса дернуть, наверное. Я не могу, я на повышенной с прицепом. Там есть кому дернуть. Да пусть он туда взад толкнет. Да он странно, он меня сейчас не толкнет. Ну попробуй, пусть по крайней мере. Ты посмотри, что Урал вытворяет. Я вообще не сомневался даже в этом. Пила, Игорек, спасибо. Ну, а ты переживал, Виталий. Ля-ля-ля, понесся. Зверь. Угу. Мазурик отдыхает. Давайте плюс один и поехали. У нас 900 топлива еще. Зато по тому, что ты с Мазуриком в болоте будешь говорить. Плюс один рулит. Я тоже понесся. Миша, ты еще меня и догонять умудряешься. Да я еще и обогнать могу. Нет. Сейчас, подожди, я выберусь из этого галия. Ты посмотри, куда я лезу. Да я видел. Ты плюс один воткнул, Виталик. Да? О, Серега, фоу. Так, на перегонки идем. У меня матерится этот самый. Дифференциал. Да. Игорёк, ты только аккуратно смотри. Тебе меня грузить, если что. Ну блин, что ты по ровной дороге, зараза, едешь. Не отмазывайся. А я тут по ухабу. Да ладно тебе, зато больше приоритетность на полном едешь, наверное, 100%. Ну вообще да, я же тащу за собой. Колин Макрейн, грузовики. Колин Макрейн, это ралли-вой. Ну вот да, и есть думаем, ралли. Мы сейчас занимаемся. Так, я сейчас первый груз сдам. Ну, по теории, да. Нет, я тебя наказываю. Давай, КамАЗ, давай. Главное, давай, не... Урал, давай. Главное, КамАЗ с ним сдануть. Ай, вкопался, зараза. Ты должен первый заехать, КамАЗ, по-любому. Блин, я вкопался. Все. Да ладно, не отстреливайся. Юху! О, толчок. Вуаля. Гриша, ты ж понимаешь, да? Не, ну я до сих пор буксую, ты посмотри.
Крышечкой. Да. Все понятно. Я же говорю, КамАЗ на скорость не взять. Итак. Курмальдуле мукмабек. Въехал. Ну, ну и это, чего? Что спишь? Витус. Что, издеваешься, что ли? А он до этого ровно до часа ждет. А смысл? 8 минут. 8 минут ждать. Что, не чудите, хорош. Я не знаю, Виталик молчит пока. Витус отвалился. А, у него этот. Ну так что, разгружаться не надо? Ну конечно. О, флок, рули флок. Коп, открытое заселение, флот, флот, о, коп. 55 минут. Ну и все, всем спасибо, всем пока. Всем пока. Пока.